командиром нашего джуниор-капа. И в первую очередь хотелось бы вас поаплодировать нашим юным звездам, нашим юным футболистам за тот праздник футбола, который они нам подарили. Это было мощно, это было достойно, это было просто зрелищно. Ну а вас, юные футболисты, хотелось бы поблагодарить за игру и от вас в ответ услышать бурные овации в адрес ваших родителей, которые все сделали для того, чтобы вы оказались здесь, для того, чтобы вы становились футболистами и то, как они за вас поддерживают. Давайте поаплодируем нашим родителям. Это вам спасибо. Ну и традиционно мы приходим к награждению и начинаем мы, конечно же, нашу церемонию награждения с лучших игроков команд. Начинаем со второго дивизиона. Лучшим игроком команды «Спартак» юниор Кумертау 1 становится Кулькаев Марк. Проходим к баннеру, Марк, не стесняйся. Давайте это первые шаги, большой спорт. Лучшим игроком команды «Спартак» юниор Кумертау 2 становится Мустафин Тайван. Лучшим игроком в составе команды «Виктория 3 город Белеус» становится Пилпаян Амаек. Лучшим игроком. Что, вы согласны, что он лучший игрок? Юниор Оренбург 4 становится Киев Михаил. Он вам защищал капитально вас. Да. Лучшим игроком в составе футбольного клуба «Уфа-2» становится Акимов Тимур. Лучшим в составе своей команды футбольный клуб «Оренбург-2» становится Зайнудинов Эмир. Лучшим игроком в составе футбольного клуба «Спартак» юниор 3 становится Украинченко Денис.
сразу два игрока команды «Спартак» юниор с наибольшим количеством забитых. Это Обломков Иван и Колесников Арсений. Ну и конечно же, есть такая награда, как самый ценный игрок команды. Им становится игрок команды «Актобе-2» Кайрат Алихан. Также мы учредили приз, называется он «Юная надежда». Достается он самому юному, самому маленькому футболисту. Игрок команды «Юниор Кумертау» Шейн Семен. Самый маленький футболист. Играть, а не так, как в игре какой-то.